Команда неспроста находится в верхней части турнирной таблицы, и та игра, которую она сейчас показывает, по качеству по своему, в принципе, доказывает, что заслуженно там находится. Поэтому мы понимаем прекрасно, что предстоит очередной нелегкий матч. Команда любит обороняться большими силами, выходит в контратаки острые. Это всегда доставляет массу проблем любому сопернику. Ну и учитывая все эти вещи, мы будем стараться как-то нивелировать сильные качества соперника. И в то же время у любой команды есть слабости. Мы должны воспользоваться теми слабыми сторонами, которые есть у «Амкара». В чем принципиальное отличие этого «Амкара», например, от прошлогоднего? Ведь именно сейчас им удалось быть в лидерах турнирной таблицы. Я думаю, что просто, может быть, за это время удалось объединить лучше ребят какими-то идеями. Для того, чтобы воплощать любые мысли тренера, необходимо время. Просто это время прошло, наверное, и сейчас люди лучше понимают, что от них требуется, и, соответственно, лучше это выполняют. Выездной матч в Перми всегда удается очень непросто для практически абсолютного большинства команд Премьер-лиги. Фактор газона здесь имеет значение? Я не думаю, что это в первую очередь имеет значение. Команда играет дома, дома команда играет с другим настроем, с другими эмоциями. Это в первую очередь, наверное, и влияет.